Дорогие мои, всем привет еще раз. И кто у меня смотрел предыдущее видео, я надеюсь, все вы поняли, приняли. В общем, и теперь мы будем делать с вами макияж к 8 марта. Сейчас посмотрим, чем я буду делать. Меня давно просили повторить макияж с палеткой Pat McGrath Divine Rose первую, потому что у меня было видео, но оно было снято в пандемию в плохом качестве там, и не было света. А теперь я хочу его для тех, кто просил. Ну, не знаю, насколько будет актуально для сейчас, сегодняшнего времени, палетки Pat. Я думаю, что многие запаслись палетками Pat, ну и ладно. Вы просто смотрите, может быть, будете заменять какие-то цвета, если у вас сейчас недоступна будет палетка Pat. Я не знаю, честно, Pat прекратила поставки в Россию или нет. Надо, кстати, проверить. Если кто знает, напишите мне под видео, чтобы долго не искать, потому что знаю, мои подписчики иногда быстрее меня все знают. Вот, поэтому напишите. Можете даже написать под этим видео, какие сайты еще остались для России доставлять. Хотя после 10 марта не знаю, там, какие останутся. Вот. Ну, напишите, что знаете по всей ситуации. Вот. Но сейчас переходим к макияжу. На лице у меня сейчас вот такой прекрасный тон Givenchy. Очень мне нравится. Это признак. Какой он? Легкий, не перегружающий, с сатиновым таким эффектом. Мне нравится, очень хороший. Ну, затонировала лицо, в принципе, и все. На этом все. Сейчас тогда уже начнем с макияжа глаз. Так, я, конечно, хотела показать вам новинку. Новинки, которые приобретены были чуть ранее, они мне пришли. Эта новинка продается на Space NK. Сейчас она нам недоступна в России. Ну, девочки, ничего не бывает, да, вечно и непроходящего. Поэтому скриньте, как только нам откроется доступ к сайтам, я думаю, это будет... тогда вы сможете купить. Очень мне понравились эти тени. Это кремовые тени, новинка от Hermes Beauty с ключиком таким. Ключик — это такая вот, так скажем, зажим, позволяющий просто вот так прокручивать и потом, чтобы продвигать, так скажем, тени. Ну, вы поняли, да, чтобы не просто крутить. Ну, интересная такая идея. Очень мне понравились тени. Классные, крутые, их, конечно, разобрали в миг. Я один успела урвать оттенок, но я думаю, что они потом появятся. Кто смотрит меня не из России, то вам вообще там, например, проще будет, да, что-то купить. Они, вот видите, в жестяном тюбике. Здесь у нас получается 8,5 грамм. Стоят они, в принципе, не очень дорого, не помню, но... очень экономично выдавливаются по чуть-чуть. Оттенок у меня Blaze. Он немного такой прохладный, сиреневатый, такой бежеватый. И там, конечно, очень красивые оттенки, такие базовые. Вся линейка из базовых оттенков состоит. Вот, ну, давайте с вами нанесем этот оттеночек. Я вот им пользуюсь порядка 3 недели. Да, 3 недели мне очень нравится, потому что я им могу пользоваться, то есть этими кремами тенями вообще без закрепления. Потому что они... очень классные, стойкие, и они с металлическим таким оттенком, ну, эффектом. Вот такой оттеночек. Кто любит прохладные такие сиреневатые оттенки, то вам понравится. И, пожалуй, я даже пальцы нанесу. Сейчас я возьму себе зеркало. Вот. Да, по ходу дела я немножко буду, да, что-то там дополнять, разговаривать с вами. Красимся и болтаем, называется. Ну, конечно, я стараюсь не падать духом, но вы понимаете, я же блогер, бьюти-блогер и визажист, и я еще бьюти-шопоголик. Это означает, что мне моих запасов косметики хватит, конечно, но моему, конечно, душевному состоянию это очень навредит. Я к тому, что бьюти-блогеры и визажисты, они любят новинки. И они, ну, как бы их каналы живут, да, за счет новинок. Вот, что будет дальше, непонятно. С бьюти, например, российским каналом, я имею в виду, что многие не смогут просто снимать видео, да, в связи с этими событиями, на новинки, на обзоры. И поэтому
отвалятся многие. Ну, потому что что снимать? Я сама продумываю, что делать, какой контент, потому что YouTube это прежде всего для меня всегда было не работой, а такой моей отдушиной. Сколько я пыталась бросить, потому что занимает много времени, да, а мой канал, он, в принципе, ну, не такой раскрученный и не приносит много денег. И моя там семья говорила, зачем тебе это нужно, что ты там ничего с него почти не зарабатываешь, ну, как бы да. Вот, но, не знаю, когда мне было на душе так мерзко и грустно, и пакостно, и кто-то мне писал хороший комментарий, раньше очень много у меня было девочек, которые меня поддерживали, да, как-то, ну, там что-то даже спросят. И я думаю, ну как же я брошу свой канал, если там девочкам нужно помочь, какие-то новинки обозреть. Да, со временем стало много блогеров, и без меня вполне могли бы справиться, вот, потому что обзоров много. Но не знаю, мне кажется, я из той поры, когда еще мы были не монетизированы, и что-то такое вот душевное оставалось. Нет, конечно, конечно, любая деятельность, она требует оплаты. Я не спорю, я не топлю, да, да, за то, что, ой, кто-то там хорошо зарабатывал на YouTube, а кто-то плохо, но нужно было, типа, стараться, скажут другие, и выкладывать больше видео. Я хотела в этом году, и вообще у меня была мечта, перейти, ну, чтобы больше зарабатывать на YouTube, ну, как у всех, наверное, да, то есть стараться, хотела купить лампы там получше, но, как говорят, мы предполагаем, а Бог располагает, так что вот так. И, конечно, мне всегда хотелось, чтобы я зарабатывала только бьюти, не дополнительными средствами, потому что это мое призвание. Я к этому пришла к 30 годам, наверное. До этого занималась всякими разными работами. И я искала себя и нашла. Именно бьюти – это мое. И, к сожалению, я не могу полностью сейчас заниматься бьюти, потому что, ну, вы поняли, да? И вся наша индустрия сейчас на волоске. Но мне бы так не хотелось, чтобы это все заканчивалось. Несла эти тени, видите? Вот они такие металлические, все, они высохли, их можно даже не перекрывать. Но мы немножко все-таки добавим теней. Я не знаю, как это вам видео зайдет, потому что обычно я стараюсь быть такой чисто на бьюти-тему. Я вообще хотела, так как я визажист, продвигать как бы, да, больше макияжа на моделях. Но поняла, что я стала визажистом благодаря YouTube, ну, то есть я выросла из блогера и пошла поучиться на визажиста. То есть первичным было все-таки мое блогерство. И, ну, я больше, наверное, была интересна как сама, когда сама себя крашу. Потому что кто начинает с визажа и потом просто ролики на моделях выставляет, это другое. А у меня тут больше другая тема. Но я хотела, конечно, в этом году на моделях больше делать макияж. Как сейчас все это будет, не знаю. Итак, кто не помнит или не знает, вот эту прекрасную палетку от Pat, делаем сейчас ею макияж. У меня часто спрашивали раньше, Юля, какую палетку с Pat McGrath купить первой, да? Я думаю, что все-таки первой стоит купить вот эту Divine Rose первую, но она просто называется, да, Divine Rose, и вышла сейчас Divine Rose, то есть уже давно вторая. Она более яркая, она более такая креативная, а это более такая носибельная на каждый день. И мне кажется, подавляющему большинству девушек будет подходить эта гамма. Кто-то говорит, что она сильно пыльно-розовая, пыльная и такая сероватая. Возможно, есть такое, но здесь есть и вот прохладный золотой, который немного разбавляет. Ну, она такая, и мне нравится. Конечно, у нас вот, например, мне она подходит, потому что я белокожая, с такой холодной больше кожи. Славянские девушки, они более с такой кожи, да, теплой, какой-то золотой. У нас вот, например, в России, там, я думаю, что
там, в других странах, Беларусь, Украина, их тоже не было, да? Их больше таких вот, ну, потемнее тоже, но более с прохладной кожей. Вот, и поэтому для меня она самая ходовая, когда у меня спрашивают, я ее советую. Но, как бы, есть там и более теплые палетки, это, по-моему, Bronze Seduction вы можете купить, но она не универсальная, то есть ее там на работу не накрасишь, она более такая уже вечерняя, восточная, может быть. Помните, да, Bronze Seduction? Я, может, сюда буду вставлять фоточки. Вот, такая, в общем, палеточка, да. И поэтому, да, мне кажется, она ходовая, более ходовая. Итак, я, как всегда, всегда наношу под бровь какой-то светлый оттенок или пудру. И я, конечно, сейчас пользуюсь Beauty Topsy, потому что мне удобно, она... Вот здесь есть матовый оттенок. Это Хиндаш, кто не знает и не помнит. Да, Хиндаш. Вот, сейчас вышла, конечно, прекрасная весенняя палетка у Хиндаш. Да, но нам будет, наверное, недоступно. Уже видела у некоторых блогеров. Очень хотела бы, конечно, приобрести. И смотрим, в этой палетке есть такой вот пыльный оттенок. И с него мы начнем. Потом я нанесу сюда что-нибудь такое украшательное. Вот. Кстати, вот этот оттенок из палетки Pat очень подходит к этим теням RMS Beauty. Сейчас вам еще раз их дам. RMS Beauty в оттенке Blaze. Поэтому я эти кремовые тени и взяла сюда, использовала. Очень, конечно, у Pat пигментированные тени. Очень люблю. И опять же, в сфере всех этих событий, что я поняла, девочки, как наш мир нестабилен и зыбок, да, и что не нужно откладывать вашу жизнь на потом. Хочется купить для себя любимой косметику дорогую, покупайте, не откладывайте на завтра, как я вот некоторые вещи, ну, ладно, думаю, я очень хотела купить Cindy однушки DJ Glow, по-моему, так, DJ Glow, Divine, Divina, Клеона, да? Ну, и думала, ладно, куплю потом, а то и так в Черную пятницу накупила много. Но не стоило этого делать, покупать. Ну, кто ж знал? Мы разве знаем, что нам готовит судьба? Я поняла, что надо жить здесь и сейчас, потому что очень тяжело в этом мире, в котором мы сейчас живем, в эту эпоху, да, в эту эпоху перемен, что-то планировать. Поэтому наслаждайтесь тем, что есть у вас сейчас, не откладывайте жизнь на потом. Так. Ну, этот же оттенок я, наверное, сразу вниз опущу. То есть я всегда прохожу внизу, растушевываю хорошо, потом начинаю соединять с верхней моей растушевкой. Не бросаю, чтобы это было цельной формой, вот такой, да, как лепесточек. Так, давайте продолжим. И так, я думаю, что сейчас я возьму вот этот оттенок и немножко его уже более глубже, в глубину, в растушевку, так скажем, внесу вот сюда. Он такой вот немного розовато-сливовый. Знаете, я в своей жизни, наверное, переживала несколько моментов вот таких кризисных, когда не было товаров, не было денег, вот, это, конечно, пипец, но что, выжила, тяжело, конечно, после того, как у тебя достаток есть, и ты можешь в любой момент все заказать, все купить, вот, лишаться этого, тяжело, но
Давайте глобальнее взглянем на вещи. Тяжелее терять, конечно, другое. Вы сами знаете, да? Это свободу, это жизнь, здоровье. А все это временно. Да, все это временно. Вот, и мы переживем. Я еще помню время по карточкам. Мы... Так, дальше мы вот такой будем использовать темный оттенок. И я тут продолжу. Да, я помню время, когда были продукты по карточкам. Это было ужасно. Я была маленькая тогда еще. Это я не помню, что там за год. Я вырезала эти талоны. Нам на семью давали там на масло, хлеб. Короче, продуктовую корзину. Ну, как бы мы дети были, нам сильно там не страшно было. Ну, родителям, думаю, было страшно. Ну, конечно, тогда никаких сникерсов, ничего. Я помню, первый сникерс попробовала, наверное, лет в 9. Это Марс, а потом сникерс. Это было блаженство. Просто блаженство. Да, сейчас дети, конечно, наши современные, немного не ценят. Да, у всех у нас потребительский такой подход к жизни, у меня, потому что я люблю товары, и у меня еще, может, ну, косметику там. И до косметики, честно вам признаюсь, я болела одеждой брендовой, сапогами, сумками, одеждой. Представляете? Но у меня, наверное, косметика вытеснила это все, эту любовь к одежде, к сумкам. Сумки я до сих пор люблю брендовые, ну, просто я стала не такие дорогие, как раньше, покупать. И о чем я? Что я вам говорила, уже забыла. О том, что у меня тоже потребительское, да, такое, так скажем, может быть, отношение к жизни. Кто-то, может, подумает. Много, помню, мне писали, вы думаете только о косметике. Ну, далеко нет. У меня еще такое, как бы, так скажем, шопоголизм связан с тем, что в детстве у нас нифига ничего не было. Подростком я была, ничего не было. Потом я стала девушкой, да. Только-только началось что-то там завозиться в Россию. Поэтому, конечно, не хотелось бы всего этого лишаться, потому что я проходила через это и знаю, как это ужасно. Когда ты постиг блага цивилизации, так скажем, да, то вернуться обратно не хочется, тяжело. Вот. Но было такое время. Было время, я не помню, какой год, когда бешено скакнул доллар. Это вот, наверное, очень давно. Ну, не в 2008, а раньше. Там, не знаю, начало лет 2000-х, кто помнит. Я просто вот эти хронометраж плохо помню. И, как я помню, я там со своим молодым человеком, мы думали, чего запасти нам, чтобы нам хватило на первое время. Я думала... Так, мне нужно средства гигиены запусти, крем для лица, там, шампуни, вот, потому что будет скакнет все. Вот то же самое, как сейчас, помню. И таких периодов было, наверное, тогда. Потом был период 2014 года, 2008 год. Я не помню, потому что я ушла в декрет, и у меня голова не о том была. Поэтому, девочки, если вы сейчас в положении вообще... Постарайтесь не думать об этом всем, потому что вам точно нельзя нервничать и думать о ребеночке, чтобы с ним было все в порядке. Потому что, смотрю, некоторые беременные тоже нервничают вот это, обо всей этой обстановке. Девочки, думайте в этом положении только своим ребенком. То есть 2008, да, 2014, когда все это, в принципе, и началось, все, что привело к сегодняшней ситуации. Вот. Такой бьюти, немного разговорный жанр. Не знаю, будете вы слушать или нет, потому что некоторые говорят, что когда я крашусь, я медленно говорю. Ну, простите, мне сейчас, если честно, очень тяжело говорить. Я еле собралась на это видео, вы должны понять, если кто-то там не нравится, что там заикание и все такое. Я сейчас вот перед вами обнажена, как есть, и мне тяжело говорить, тяжело снимать, но я просто увидела комментарий, кто-то написал: «О, Юля, мне вышло это вот мое последнее видео, и как я рада, что я могу хоть отвлечься». Я не знаю, насколько сейчас бьюти-макияж будет актуален для вас, потому что
многие нервничают и все такое, переживают, это понятно, ну, весь мир на ушах, но мы продолжаем жить. Мы продолжаем жить, вот, и должны продолжать жить ради наших близких, ради себя. Все будет хорошо со временем. Всегда вера в лучшее спасала, да, будьте позитивными, как бы трудно вам ни было. Ну, опять же, моя точка зрения, если кому-то что-то тут не понравится, увидят здесь какие-то не те колебания и все такое, прошу не писать, а просто пройти мимо. Я просто хочу поддержать своих девочек, которым сейчас тоже тяжело, безумно многим тяжело, и мое видео может быть разговорного плана. Я как будто вот разговариваю с вами, как будто вы мои подружки. И оно, может быть, скрасит и немножко расслабит вас. Вот, я к этому. Только из-за этого решила снять видео, чтобы расслабить немножко. Так, ну что, мы тут вот, смотрите, у меня красиво получается. Надеюсь, вам тоже нравится. И я сейчас на центр, да, вот у меня и тут, видите, сатиновая кремовая тень, как она супер держится. Конечно, очень классно, мне нравится. Что мы сейчас будем использовать? Здесь у нас один такой прекрасный, блестящий оттенок, можно его использовать. Он, конечно, такой хлопеобразный у Pat McGrath, и его лучше посадить на что-то такое прилипательное. Можно еще раз, да, взять кремовую тень, сюда наложить и его положить. Но тогда будет не очень наслоение. Я, наверное, возьму клей для глиттеров, чуть-чуть наслою, прикреплю вот эти наши блесточки, так скажем. Ну, это спаркл пэтовский. Я беру всем известный NYX, это NYX Glitter, вот такой пример, и нанесу его пальчиком, чуть-чуть вот такой, да, вот сюда. Тоненьким слоем, сразу пальчиком, сильно не захожу на тень темную, да, ну, потому что, чтобы она не съела, вот, вот сюда. Пока он у меня не высох, я стараюсь распределить. Так, ну что, можно, конечно, пальцем набрать, ну, не знаю, или набрать плоской кистью. Набираем вот его. Смотрите, как красивенько, да, смотрится. Вот, стараемся, да, опять же, в темную часть кисточкой не попадать, а концентрироваться на серединке и ближе к внутреннему уголку. Почему я не наношу с внутреннего уголка, а с серединки? Потому что я работаю по анатомии глаза, и самая выпуклая часть это средняя часть, центральная часть глаза, не внутренний уголок. На внутренний уголок яркость, так скажем, этих спарклов должна немножечко сойти на нет. Самое яркое такое пятно – это серединка века. Вот. И стараемся просто вот так прям припечатать. Если блестки немножко вот сюда попали на темную часть, сейчас мы их немного соединим с темным, да, тут вот у нас резкий переход получается. Ну и мы для перехода опять же используем наш вот этот оттенок, такой вот он, вот он, розовато-коричневато-розовое дерево, для меня вот такое название, и вот сюда на стык, прям на стык, только аккуратно, чтобы опять блестки не съелись, ну вот как бы так, думаю, примерно так. И нижнее веко сейчас мы оформим, и верхнее оформим какой-нибудь красивый подвод. Ну что, давайте продолжим. Пошла я, сходила за карандашком, взяла себе вот такой карандаш, что Faceit. Он продается в Sephora, да, но, к сожалению, у нас тоже Sephora сегодня последний день. В общем, какой-нибудь красивый карандашик. Называется он Killer Espresso. Но кто из других, может быть, стран меня смотрит, у кого доступно все, сможете себе Too Faced заказать. Очень классный, как еще раз повторяю, карандашки Too Faced. Зря я очень поздно их открыла, так бы скупила все, наверное. Ну, называется «Кто бы знал, где упадет, соломку подложил бы». Вот. Вот я думаю, почему меня всегда творчество успокаивало. Но просто когда ты делаешь что-то руками, что-то вот
это успокаивает, и поэтому женщинам хорошо заниматься вот такими какими-то творческими профессиями, потому что это уравновешивает как бы их нервную систему, их гормональный фон, их как бы успокаивает. Вот. Потому что все эти работы, связанные с нервными перегрузками какого-либо плана, руководящие, имею в виду, они разрушают нашу женскую природу, нашу гармонию и все такое. Мы родились женщинами, поэтому мы не Да. воительницы. И когда на руководящих должностях или на таких стрессовых работах получают кайф, я никогда не получала кайф. Я на разных работах работала. Моя любовь — это только творчество. Супер творчески, наверное. Я имею в виду, что своим мозгом, своим состоянием. Но жизнь, конечно, преподносит нам плохие моменты, приходится иногда перестраиваться, Моя но любовь навсегда останется с макияжем, с прическами. Это моя, так скажем, сущность. А, ну, вниз мы можем, в принципе, чуть-чуть вот сюда добавить этого карандашика хочу. А на слизистую что-то, может быть, бронзовое можно положить. Вот, смотрите, когда вы хотите сделать глаз внизу чуть объемнее, более, да, так открыть. Видите, какой прием? Вниз, не на слизистую, а именно под слизистую, под ресницы. Вы добавляете коричневый карандаш или коричневую тень и растушевываете. У вас глаз более круглый. Ну, если вы не хотите более круглее и объемнее делать, то вы можете, конечно, по слизистой пройтись у внешней части и как бы его вытянуть таким образом. Какой-нибудь бронзовый карандаш, что у меня буржуа. Не знаю, сейчас они выпускают или нет. Какого-либо бронзового карандаша можно много найти. И Так. вернемся к нашей палетке. Нам нужно внутренний уголочек еще обозначить, И вот у прокрасить. нас такой есть красивый дуохром, белый, розовый. Сюда его. И я пройдусь немножечко вот здесь, наверное, каким-нибудь хочется золотистым. Здесь у нас есть прекрасный еще розовый, такой золотой оттенок, розово-персиковый. Рядом холодное золото. И есть еще вот такой оттенок серо-бронзовый. Но он такой вот красивый, холодный. Но больше, мне кажется, в смоке бы макияжа подошел. У меня сейчас такой вечерний. И хочется, чтобы не сильно холодный был, не сильно такой драматический. И поэтому я, наверное, что-то из вот этих оттенков сейчас возьму. Есть еще вот такой противовес вот этому холодному, холодная бронза, но такая более теплее. Ну, конечно, вся эта гамма, она все-таки более прохладная. Да? Более прохладная, больше подойдет для прохладного цветотипа. И сейчас буду наносить тушь, моя любимая тушь. Когда я к ней теперь вернусь и куплю снова, не знаю. Это Too Faced, продавалась в Sephora, конечно. В общем, теперь будем, наверное, снимать видео, чем заменить тот или иной продукт в данных И твой. условиях. Она объемная, видите, какая кисточка фигурная, которая позволяет Под подкручивать. Знаете, ресниц. конечно, ходят шутки, что мы вернемся к ленинградской туши и будем выкладывать, ну, некоторые, в общем, кто злорадствует, и будем выкладывать с вами ленинградскую тушь, ну, блогеры или визажисты в обзорах и хозяйственное мыло. Ну, как вам хочется, пусть вы так и думаете. Но, честно, я в своей жизни ленинградскую тушь проходила, представляете? Да, это моя первая тушь в детстве. Ну, я начала краситься рано, в 7 классе, наверное, и тогда не было кисточек с тушью. Вот, ой, туши с такими кисточками.
А, нет, были, но, кстати, мне не нравились. Были, мне мама первую тушь купила примерно в таком возрасте, но они мне не нравились, потому что они не делали супер драматических ресниц. А тогда как мы красились, девочки, тех времен? У меня вот такие ресничащие должны были быть. И это можно было достичь только ленинградской тушью. И тушь-плевалка, да, еще ее называли. И потом мне мама купила, ну, нормальную такую тушь, не помню, Oriflame тогда, по-моему, были. И я все равно брала кисточку от Oriflame и красила тушью ленинградской. Ну, вот так. Так что я прошла разные времена. Да, дети 80-х, конца 90-х, прошли разные эпохи. К сожалению, не всегда радужные. Ну, вот так вот. Так, сейчас я хочу нанести румяна. И я уже показывала, по-моему, в предыдущем или чуть ранее видео, я показывала вам эти румяна от Рози Хантингтон. Рози Инк называется этот бренд. И у меня там был один оттенок, он более коралловый был. Ну и я быстренько заказала сразу же, как только мне те пришли, и правильно сделала. Еще два оттенка. Один прекрасный такой розовый, нежный оттенок Офелия. И мне кажется, вот сейчас к весне, весенним таким образом он очень подойдет. Я рассказывала, да, что это кремовые румяна, очень увлажняющие. И вот оттенок Офелия выглядит вот так. Если вам еще доступна эта косметика, она продается на Space NK сайте. Вот. Ну, если нет, то просто смотрим, да, и какие-то, может быть, будут замены. Хотелось бы, чтобы не было замены, все вернулось. Честно вам скажу. Я, конечно, испытываю разные состояния сейчас. Как я в Инстаграм говорила, кто не подписан в Инстаграм, ну, кому интересно там мои наблюдения, состояния разные, ну, просто моя жизнь, а не только как здесь на Ютубе крашусь. Подписывайтесь на Инстаграм. Вот, в общем, колебания, конечно, случаются каждый день, нервные, эмоциональные. Сейчас я не могу сказать, что я там, например, пришла в стабильное состояние. Конечно же, нет, конечно. Новости читаешь каждый день и просто охреневаешь, офигеваешь и впадаешь в уныние. Но, как бы, как мне астролог сказал, лев – сильный знак. Да. И старается не паниковать, держаться. Хотя не представляете, чего иногда стоит это, вот, в таких событиях. Потому что теперь ты не понимаешь, как планировать свое будущее, будущее своего ребенка. До этого как-то шло спокойно, и ты примерно планировал свою жизнь, и мог, ну, как-то строить планы, а сейчас нет. Ну, а человек, особенно современный, да, он, ну, как он не может одним днем жить, как не строить планы. Вот, и поэтому, конечно же, и меня тоже постоянно бросают в разные состояния. Это нормально. Вы, наверное, знаете, да, что в любой психологи рассказывают, ну, это уже как бы проверенные, достоверные факты, что у каждого человека примерно, да, какие он состояния проходит, когда случается та или иная ужасная ситуация, события такого мирового масштаба, пандемия, да, и сегодняшние события. Сначала это непринятие, поэтому вы, наверное, заметили, что многие сами, может быть, так относились, многие в начале, вот с самого начала они не принимали эту ситуацию, как бы закрылись, может быть, как улиточки, да, в ракушке, не хотели читать новости, думать на эту тему. Это нормально, и не стоит осуждать людей за то, что они поступили так, а они бросились и начали изображать скорбь и так далее, да, вот. И люди, которые теряют иногда своих близких, они тоже не могут иногда
правильно, да, как нужно обществу отреагировать на боль, просто закрываются и не принимают, не хотят в это верить. Это нормальное состояние. Кто-то в этом состоянии долго задерживается, кто-то быстро проходит этот этап и переходит на следующий. Следующий у нас там этап это гнев. Я в гневе провела, наверное, самое большее время. Не стоит в этом, конечно, задерживаться, но каждый человек проходит свои этапы определенное для него количество времени, да? Кто-то в этом этапе больше задержится, кто-то в другом. Это нормально. Это нормально. Поэтому старайтесь подавить свой гнев, свои гневные эмоции, ненависти, агрессии. Это разрушает нас, разрушает очень сильно женщин, поэтому, потому что женщин агрессии по природе не должно быть, да, мы несем, как я говорила с прошлого видео, жизнь, мы способствуем жизни, даем жизнь, и поэтому агрессия это не для нас. Любая агрессия, она как бы у женщин искусственная, и она очень сильно нас разрушает. Вот, и ну, следующий этап, сейчас мы перейдем к другому этапу, это в макияже, да, и смотрите, что у меня есть. Как же я безумно рада, что она приехала ко мне. Я ее заказала, и она мне приехала прямо перед этими событиями. Я думала, она не доедет ко мне. А она даже после приехала, да, где-то вот она, 1 марта. Я мечтала, никак не могла заказать. Но это, конечно, Sony G. Это вот эта кисточка для бронзера. Классная. Я, знаете, жалею, что не скупила все кисти Sony G. Ну, много купила, да, в прошлом году, но нужно было скупать... Все, ну, вы знаете, да, еще раз говорю, что знать, где упадешь, соломку бы подложил, вот, ну, что есть, то есть. Вот, очень классная кисть, это, по-моему, коза, может быть, немного синтетики, очень красивая. То, что красивая, она и сама по себе красивая, она классно растушевывает бронзер, наносит, мне очень нравится, конечно. Дай бог, нам опять будут доступны заказы. Sony G кисточки, потому что у меня в планах была серия там с фиолетовыми ручками набор, вот, и все остальные кисточки, которые я не докупила, дай бог, что это вернет. И хочу поверх кремовых румян нанести новые мои румяна от Hourglass в прекраснейшем оттенке Sublime Flush, очень красивый, нежный весенний оттенок. Я очень рада, что я их тоже успела купить, потому что Hourglass, как вы знаете, это самые мои любимые румяна, самые любимые. Они очень шелковисто смотрятся, наносятся. Ну, они так, очень и классные. Я не сказала, Sculptor это Dior, четверка, Tan Bronze. Вот, пока Dior у нас тут никуда не делся, срочно покупайте. Очень прикольный бронзер, я его обожаю. Вот. Очень легкий, лайтовый. И в качестве хайлайтера у меня будет тоже однушка Incandescent Strobe Light. Это Hourglass, однушечки, которые были в такой тройной палетке хайлайтеров. И я себе купила однушечку, чтобы она у меня была. Вот такой полупрозрачный, такой натуральный хайлайтер. Не с сильным сиянием, хотя, ну, как посмотреть, ну, такой очень... тонкий помол, как вы знаете, Hourglass, да? Теперь я понимаю, да, что я очень рада, что я купила очень много разной косметики в прошлом, позапрошлом году. Красить-то у меня будет чем, но, еще раз повторяю, я бьюти-голик, шпаголик, и мне нужны новинки. Так, ну вернемся к стадиям. Я хочу еще сначала вам показать гель для бровей, это тоже Rose Ink, но он мне достался как бы в подарок, и он мне не очень, если честно, понравился, обычный, совершенно обычный, ничего такого. Самый лучший это Patrick Ta, который, наверное, супер будет недоступен, ну, а если пока будет недоступен, я надеюсь, Vivienne Sabo будет нам доступен, ну, вот, как бы обычный, просто хочу вам показать, может, кто-то планирует там себе покупать, кто не в России, вот такой. Обычно не стоит на него так как бы тратить денежки. Ну и сейчас вернемся к нашим
Какая у нас там стадия? Третья. Третья стадия психологического восприятия сложной ситуации, да, или какого-то ужасного события. Это торг, это когда вы не можете определиться то на той стороне, то на той, кидает вас туда-туда. Или эти правы, или эти правы. То или так правильно, или так правильно. Это нормальное состояние, да, это будет... Да, это нормальное у нас состояние, будет у вас кидать туда или туда. Четвертая стадия — это получается депрессия. Пятая стадия — это принятие, да, окончательное, когда вы успокаиваетесь и уже смиряетесь с ситуацией, и вы можете проходить стадии в разное количество времени, можете перепрыгивать, и у вас вообще может в какой-то стадии они объединяться. Это тоже нормально. Вот я изучала как бы немножко эту тему. И не могу сказать сейчас даже, на какой я стадии. Была на стадии гнева, а гнев прошел. Вот. На стадии торга, может быть. Может быть, но, к сожалению, переходящую в депрессию, да? Но это стадия депрессии, не депрессия, а как болезнь, естественно. Но пока нет. Но каждый день бывает, утром просыпаюсь. У меня даже было такое сейчас на состояние, что я просыпаться не хотела. У меня вот есть, когда я в очень сильном стрессе, там, или расставание там, с любимым человеком, то я даже не хочу утром просыпаться, потому что, ну, как бы понимаю, что сейчас наступит эта ужасная реальность. И вот у меня было тоже такое, я себя поймала на этой мысли. От этого нужно избавляться. Если у кого-то есть такое, то старайтесь избавляться. Это состояние приводит в депрессию. Вот, но все, мы не будем о плохом, но это не плохое, это нормальное состояние людей, нужно понимать это, принимать и не паниковать, и не нервничать. У меня такое было во время пандемии, я прошла и сейчас, и у многих людей так, да, поэтому вы не думайте, что вы впали в депрессию, это все надолго, вы карабкаетесь, но всему... Помогайте сами, вы должны помочь, ну, как бы, в таких ситуациях. А сейчас это такая ситуация. У меня даже дежавю с пандемией случилось. Думаю, я проходила все эти состояния в начале пандемии. Бессилие, да, разочарование, расстройство, безразличие, что было, и гнев, и ненависть, и злость, все это, да, это непонимание, непринятие, и слезы, ну, все это вместе. Потом стало легче. Когда я уже приняла, что это случилось, это неизбежно, да, нужно пытаться работать, выкарабкиваться, пытаться не упасть духом, хотя и это было, не сломиться, хотя и это было, но брать себя в руки, я взяла себя в руки. Сейчас как будет, не знаю, постараюсь взять в руки себя, да, и как бы вас поддерживать тоже, знаю, многим тяжело. Остался завершительный этап, это губы. И я использовала карандашик в оттенке Монза, очень красивый такой, немножко он делает ярче ваш контур, ваш цвет губ. И на данный момент очень мною любимая помада, как жалко, что я открыла эти помады так поздно, я бы скупила там многие оттенки, с черным колпачком. Есть с красным колпачком, у меня тоже есть какие-то оттенки. И вот этот 558 оттенок, очень он красивый. Это с черным колпачком, они более такие тонкие по текстуре, как больше не как муссовые, как водичка, а с красным они как муссовые. И очень устойчивые на губах. И этот оттенок, кажется, очень такой обычный, но нет. И так он выглядит. Я его... пальчиком немножко растушевываю, и он делает ярче губы, но в то же время они как бы натуральные. В общем, Dior пока есть в Литуале, не знаю, Рюгош есть или нет, но вот этот оттенок я прям видела, он есть еще. Ценник, конечно, немного конский стал, ну, таковы сегодняшние реалии. Еще хотела очень красивый оттенок натуральный соты, и красный хотела 999-й. Я думаю, что это три оттенка, которые вот стоит купить в этой серии Dior. Сотый натуральный, 558 и 999. Еще есть там красивый такой коричнево-розовый, не помню номер. Но вот три оттенка, которые прям можно купить и краситься, и они будут прям
если вы визажист, достаточно их троих и хватит. Вот, ну, посмотрим. Конечно, хотелось бы еще заполучить соты, но соты везде были проданы уже давно. Никак не могла его купить, так бы купила, конечно. Нигде его не могла выцепить. Ну, может быть, в офлайн-магазинах онлайн я смотрю в основном, потому что некогда мне ходить по магазинам. Вот, поэтому пока есть Dior у нас, пойдите, побегите, купите. Потому что Dior заявил, что уходит с рынка России. Пока есть, лучше купить. Но может долго не быть. Итак, ну, такое сегодня у меня эмоциональное видео, болталка и собиралка к 8 марта, ну, как бы можно так сказать, потому что завтра 8 марта, я сразу хочу вас, девочки, всех поздравить с 8 марта. Это прекрасный весенний праздник. Я не знаю, в каких странах он празднуется. У нас в России он празднуется. Вообще считается международным праздником. Но насколько он международный уже на данный момент в современных реалиях, не знаю. В любом случае, хочу пожелать, дорогие мои подписчики, в основном, конечно, у меня женщины, поэтому женщинам, как у нас в России принято, женщины поздравляют женщин. Ну, ничего, как бы, вот, наверное, это привычка, может быть, с тех времен, когда после Второй мировой войны Великой Отечественной было мало мужчин, да, женщины привыкли танцевать друг с другом, поздравлять. И хочу вас, милые мои, поздравить с этим прекрасным праздником, пожелать вам беречь себя, свою жизнь, свои внутренние, так скажем, свою внутреннюю гармонию, постараться справиться со всеми событиями. Кто хотел, например, да, построить жизнь заново, новую какую-то, стараться не расстраиваться, все будет хорошо. В мире существуют, да, какие-то баланс энергии. После плохих приходят хорошие времена. Да, просто нужно собраться, вспомнить, что вы женщины прежде всего, прекрасные, красивые, умные, и не проявлять агрессию, сохранять свою женскую энергию. Это самое главное. Я вас всех люблю и целую. Будьте счастливы. Пока-пока.